Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Run and Gun Banditos. То есть, беги и стреляй, бандит. Ну что же, как видите, мы преследуем некого скелетика, который украл обоз с сокровищами. И наша цель — его преследовать и по дороге отстреливаться от всяких пиратов-скелетов. Так что давайте, ребята, будем его догонять. В этот момент он опрокидывает всякие... Так, X2 удваивает твой счет. Отлично. Выбрасывает всякие деньги, сундуки. Мы их поднимаем. И потом можем с вами апгрейдиться. Так, отлично. Тихо, тихо. Блин, надо... Вот здесь уворачиваемся. Вот они, сундуки, ребята. Пока у нас все идет хорошо. Так, сердечки. Сердечки пополняют нам ХП. Как видите, я вызвал попугая. Это мой помощник. Как только наверху заполняется полностью его автопортрет, я могу его призвать. Ух ты, сколько золота-то выпадает. Шикарно. Тихо. Отлично. Уворачиваться. Тут надо, ребята, и уворачиваться, и отстреливаться от этих скелетов, потому что они наносят мне повреждения, как вы видите, по столбику ХП. Это в верхнем левом углу. Так, отлично, вот у меня еще попугай готов. Я его могу призвать. Но пока не надо мне этого делать. Так, отлично. Забираем, забираем золотишко. Эта надпись иногда мешается, появляется не вовремя. Так, а вот здесь, ребята, уже нам нужно пробить себе проход. И в этот момент нужно отбиваться от скелетов и бросать динамит. Так, очень тяжело, потому что все приходится делать одновременно. И отстреливаться, и бросать динамит. Так, пока идет все хорошо. Блин, елки-палки, сколько у вас здесь, а? Черт, я не успеваю, ребята. Элементарно не успеваю. Блин, очень мало жизни у меня осталось. Ой, еще на один буквально выстрел. А ворота, как видите, взрываются достаточно долго. Так, отстреливаемся, отстреливаемся. Ёлки-палки, нужно выбрать такой момент, чтобы их не было, и бросить динамит. Ёлки-палки, ребята. Ну что ж, проиграл я здесь. Использовал я чили, перец такой, это как бы дополнительная жизнь. Так, давайте, давайте, давайте отстреливать. Сейчас мы пробьем. Еще один раз, наверное, осталось. И мы поедем дальше. Поначалу, когда я играл, я думал, что обоз надо расстреливать, но нет, здесь надо его просто преследовать. Так, магнит. Магнит притягивает деньги, которые будут выпадать. Вот, наш Кеша нам, как говорится, в помощь. Отлично. Жалко, конечно, что он очень быстро заканчивается, но в некоторых ситуациях очень даже нас выручает. X2. Все пока у нас хорошо идет. Так, отлично. Далеко не убежишь, елки-палки. Видите, сложность в чем заключается. Надо и отстреливаться, и уворачиваться. Но довольно забавно все это. Оу, елки-палки. Хорошо, что у меня был, ребята, бонус на автоматический уворот от препятствия. Есть такая штука здесь. Так, защиту взяли мы. Дополнительную, хорошо. Так, сундучки, обязательно поднимаем сундуки. За деньги, которые мы с вами насобираем, в конце мы можем апгрейдиться, покупать разных новых персонажей. Ай, елки-палки, ребята. Ну, давайте тратить. За каждое воскрешение тратится больше всех этих перчиков. То есть вначале 2, потом 4 и по возрастающей. Так, у нас... Слушайте, довольно далеко мы с вами проехали, это хорошо. Так, отлично, деньги, это самое то, что нам надо. Оу, тихо. Вот, видели, какие бывают моменты. Да, ребята, все, чили у меня закончились. Всего 2 перчика, а тут нужно 3. Ну что ж, давайте тогда с вами посмотрим. Уровень повышен. Ага, бонусная награда, какие-то часы. Ух ты, понаполучали-то мы здесь.
Гонзалес, это в данный момент за кого мы играем. И вот мы что можем купить. Автоматически обходит 6 препятствий. За 500 золотых удваивает полученный опыт. Так, поглощает до 3 выстрелов, восстанавливает стойкость, если поврежден за 10 секунд. И дальше мы можем с вами вот увеличить здоровье максимальное. Потом щит, магнит, двойной счет, взрывные пули, попугай Френзи и короткий фитиль. Так, а здесь у нас, ребята, Гонзалес. Это новые скины для него. Как видите, они пока еще закрыты. Каждый скин дает какие-то определенные бонусы. Так, это у нас Пако. Ну, он открывается за 200 тысяч дуплонов этих. Так что пока нам не светит его приобрести. Вот еще один бандит. Вот скины для него. 50% более максимальное здоровье. Довольно неплохо, да? А в данный момент 20. Ну и стоит он 75 тысяч. Тут у нас есть Амиго и Хуанита. Тоже они все стоят довольно прилично, как вы видите. Так, ну что же. Мы, как говорится, с вами играем за Гонзалеса. Чтобы открыть новый скин, нужно 50 перчиков. Но... А тут требуется серебряный скин. Пока нам этого всего не видать. Так, задания. Список заданий. Собрать 12 бонусных предметов. Получить 3 удара. Так, а здесь у нас анчивки, ребята. Дос мучачес. Разблокировать второго бандита. Ну, за это мы будем получать, как видите, перцы. Терминатор. Пулемет. В общем, понятно. Ну, давайте, наверное, что-нибудь с вами улучшим. Давайте здоровье. Это обязательно. А то слишком маленькая полоска жизни у нас. Ух ты, 5000 нужно на следующий грейд. Это уж больно шикарно, да, ребята? Так, щит. Ага, стойкость щита. Вначале дается 2, если мы увеличим, будет 4. Магнит. Здесь у 9 секунд будет 12. Попугай Френзи. Кстати, можно его улучшить, да? 5 секунд он будет. Так, а тут у нас, значит, компас. Давайте возьмем. 6 автоматически обходит 6 препятствий. Это очень хорошо. Если вы где-то не успеете увернуться, он автоматически активируется. Щит отражает выстрелы во врагов. Магнит, сами знаете, что привлекает бонусы. И двойной счет. То есть мы будем получать в 2 раза больше. Ну что же, поехали. Тут надо нам выбрать. Погнали. Так, шикарно. Давай-давай, побольше денег. Мне нужны деньги. Ну, этого мне еще не хватало. Так, подождите, вот так вот. Какая-то реклама тут ни с того ни с сего вдруг вылезла. Так, ладно, продолжаем. Черт, она меня сбила с толку только, а? Так, давайте, догоняем его. Ну, догнать нам, конечно же, не удастся его окончательно. О, магнит, это хорошо. Деньги будут нам автоматически клеиться сами. Оу, чуть не врезался. Так, попугайчик, давай. А мы пока пособираем деньги. Так, здесь обходим. Эти скелетики всегда в таких ненужных местах появляются, и приходится на них отвлекаться. Пробег 1000 метров уже у меня, ребята. Я получил 100 дуплонов. Так, отлично просто. Так, удваиваем себе... Оу, опыт. Ух, сколько их. Тут еще, ребята, будут разрывные патроны, когда ты стреляешь. И если они стоят там в кучку, с одного выстрела можно положить всех. Магнит. А, не успел, ребята, не успел. Бывает. Так, вот, отлично. Пока еще не получили ни одного повреждения. Полностью у нас получится полосочка ХП. И у нас есть еще попугай. Так, деньги. Оу, есть. Так, защиту взяли. Вот, видели, ребята, в данный момент отражение было. И начинаем опять пробивать себе проход. Кстати, да, надо было изучить короткий фитиль, чтобы динамит взрывался быстрее. И мы быстрее прошли эту преграду.
господство какое-то я получил. Непонятно, не успел я прочитать, потому что, ребята, отвлекаться тут тоже как бы нерезонно. Так, ну пока идем хорошо. У меня еще до сих пор действует защита. Оу, все, по-моему, защита моя кончилась. Так. Нет, нет, еще действует, ребята, еще действует. Блин, да сколько же вас тут, а? Хорош уже. Блин, когда эта преграда-то взорвется, а? Уж больно долго, а эти все больше и больше, и быстрее появляются. Давай, давай, иди сюда. Отлично. Слушайте, ребят, до сих пор еще почему-то действует защита. Не знаю, сколько я там набрал ее. Ух ты! Но мы продолжаем гнаться за скелетиком, который утащил золотой обоз. И от нас уезжает. Блин, надо было по той дороге, там какой-то бонус лежал. Не успел я посмотреть. Оу, как близко все было. Так, отлично, отлично. Здесь все хорошо пока идет. Блин, а с той стороны магнит был, ах ты. Вот, все, ребята, теперь я получаю уже дамаг. Кончилась моя защита. Так, отлично, вот, деньги, давай-давай, это хорошо. Что ж ты будешь делать? А, все попадает и попадает, а не по мне. Вот так-то вам. Получите, скелетики. Так. Ха-ха, 3х, классно. Воу, сколько вас здесь. Причем, да, довольно быстро они расстреливают, если честно. Вот кого-нибудь пропускаешь, и все, и начинается тут заварушка, так скажем. Так, и успей еще. Главное, за... Оу. И за ними нужно успевать. Так, продолжаем. Пришлось мне потратить перец чили. Я, честно говоря, так и не понял, за что они зарабатываются. Но, тем не менее, у меня было 6 штук. Ай! Ёлки ты палки. Спутал меня этот магнит. Как назло. Зря, конечно, я потратил перец. Не надо было этого делать. И так мы недалеко ушли. А он бы нам в дальнейшем бы пригодился. Оп, магнитик, отлично. Так, где же сердечко-то, а? Мне бы хп пополнить немножечко. Но что-то этого бонуса здесь не видно пока. Как ни странно. Оу. Да что ж вы так быстро-то расстреливаете меня? Эй, ребята, успокойтесь. В общем, вот такая, ребята, забавная и быстрая игруля. Не даст просто-напросто здесь посидеть и подинамить. О, вторая, ребята, у нас шахта. Сейчас нам нужно опять ее взрывать. Ой, у меня нет защиты и очень мало хп, ребят. Не знаю, что получится, но будем пытаться. Так, отлично. Легендарный. Так, нужно и бросать, и отстреливаться. Ёлки-палки, очень-очень тяжело. Ну, естественно, когда будут прокачаны бонусы все, там, короткий фитиль, плюс полностью ХП, то, поверьте мне, будет все намного проще и легко. А так как я только начал, очень для меня здесь все сложно. И к тому же, наверное, на телефоне в нее играть будет поудобнее пальцем тыкать, чем мне вот так вот наводить. Так, отлично, отлично. Да когда ж ты там взорвешься-то, елки-палки, а? У меня уже хп нету. На. Ничего себе. 24, 26. 27 скелетиков я. 29, 30. Ну, у меня хп на один выстрел. И, ребят, мы прошли и двигаемся дальше. Главное, чтобы меня здесь кто-нибудь не подбил. О, надо очень мало хп, поэтому надо их всех убивать. Крик. Чит там скелет. Вот так вот мне пришлось это сделать, ребята, потому что вы сами видели, там просто их был завал целый. Оу-оу-оу, здесь тоже их немало. Оу, все, ребята, проиграл я. Тратим последний перец, который у нас остался. Оу, защита, это хорошо. Да что ж такое-то, засмотрелся я на того скелетика и проиграл. Нет, донатить мы не будем, ребята, с вами. Сколько мы вообще получили денег-то, а? Да что ты будешь делать? Ну да, как это выскакивает? Ууу, множитель очков увеличился на 7. Слушайте, довольно неплохой бонус. Так, и денег у нас, ну, почти 2000.
Почти, но этого мало. Этого мало, естественно. Мы даже ничего, да не надо мне никакого магазина. Ничто не сможем купить. Ну что ж, тогда, ребят, на этом я буду завершать свой вот такой коротенький обзорчик. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующих видосиках. А на этом все. Всем пока и до скорого.